Бывает ли такое, что садится батарейка? Потому что у вас очень плотный график, дисциплина. Я вижу, насколько все расписано. Но бывает такое, что вот не хочется вставать и никуда идти? Вы знаете, наверное, нет, потому что я являюсь автором методики кайдзен-планирования, и там есть раздел, называется Power Management, управление временем. Я вообще считаю, что многие люди, вообще большинство неправильно считают, что основной ресурс человека – это время. На самом деле, пока вы живы, время у вас есть всегда. Когда вы мертвы, у вас нет времени. А когда вы живы, если у вас есть время, то у вас есть 24 часа в сутках, 7 дней в неделю, 365 дней в году, как у любого человека. Но проблема в том, что у нас, может быть, время есть, но энергии нет. Да. Зачастую у молодых людей, у многих людей, особенно в современном мире, батарейка заканчивается, хотя время у них есть, хотя они планировать умеют, все. И в этом плане вот моя методика Power Management, управление энергией, она спасает, потому что я, когда соблюдаю эти все правила, а я уже их соблюдаю на автопилоте, я никогда не довожу уровень батарейки там ниже 70%. Ну, а там есть разные методики. Когда ты занимаешься любимым делом, у тебя энергией ты подпитываешься. Когда ты общаешься с хорошими людьми, энергия приходит. И там много таких методик. Потом, хотя мой график вроде смотрится очень плотным, но он очень правильно чередуется через, он говорит, очень плотная работа, потом полная релаксация, отдых. Очень плотная работа, смена занятий. Много методики. Отлично. Ну вот отсюда я хотел спросить, у вас три дочери. У вас семья, три дочери. Кстати, у меня тоже три дочери в этом плане. Да, классно. Большое счастье. Баланс личного и работы, work and life balance. Вы много проводите времени со своими детьми? И если да, то на какие темы? Какая ваша роль в их развитии? Да, я бы, знаете, это процесс же двухсторонний, поэтому можно сказать так. Один вариант, одно, когда ты хочешь проводить больше времени с детьми, другой вопрос, когда дети хотят. Хотят ли они с тобой больше проводить? Поэтому у меня, к сожалению, сейчас дочки старшая работает в Блумберге, в Лондоне. Ух ты, класс. Она в лондонском сити, она покрывает Францию, на французском языке клиентов ведет. Молодец. А две дочери младшие, они 12 лет исполнилось. 13-й пошел, и они в таком возрасте, когда хотят свою территорию, privacy. Больше privacy, у них сейчас подруги, там, и когда мы хотим с ними вместе больше времени проводить, то не всегда получается, потому что родители хотят, они даже уже просто поцеловать уже разрешение спрашиваешь. Можно щечку поцеловать? Отлично. Но получается так, что вот ваша методология Power Management, да, вы сказали, управление энергией, ресурсами, временем, это все помогает вот держать в балансе.